Всем привет, дорогие друзья, всем привет, любители автозвука. Сегодня у нас интересный видос про новиночку. Новиночки все любят, и я в том числе. И люблю рассказывать вам о новиночках. Это новиночка от компании Dele Audio. Акустика Грифон Pro 69SE. Ну и давайте разбираться поподробнее, что же это за такая акустика от компании Dele Audio с 2 годами гарантии, сервисной службой, бесплатными консультациями, тут инстаграмами, ВК, ютубами и прочими делами. Кстати, здесь вот написано: отсканируй меня и получи скидку, если хочешь, сканируй, получай. Так, ну и давайте по традиции уже зачитаем, значит, параметры на данной коробочке, что производитель заявляет у нас по данной акустике. Значит, производитель заявляет, что номинальный диаметр 150 на 230, номинальное сопротивление 4 Ом, номинальная мощность 140 Ватт, средняя чувствительность 92,7 дБ, частотный диапазон от 75 до 11 тысяч Гц, диаметр звуковой катушки 1,5 дюйма, ФС-72, КТС-05, ВАЗ-24 литра. Грифон Pro 69SE. SE, ребятушки, это у нас приставочка, которая говорит о том, что это Special Edition. Ну, давайте вскрывать, посмотрим, что за Special Edition. 140 ватт, не хухры-мухры, 140 ватт. Интересно, что у нас там такое. Итак, здесь у нас такая огромная брендовая наклеечка от Dele Audio. Вот такой есть у нас 3D-шильдик самоклеющийся, прикольный. Можно наклеить куда-нибудь себе, к примеру, на задний бампер автомобиля, ну или на чехол смартфона, тоже прикольно смотрится. Ароматизатор фирменный, брендовый. Прикольно пахнет. Также здесь вот такой вот буклетик. Ну, сними видеообзор любой продукции Dele Audio, получи скидку 20%. Или акустику в подарок. Подробности вот здесь на QR-коде. С обратной стороны написано «Журнал гарантийных работ». И написано, что гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. То есть 2 года. Ну и вот такой интересный буклетик – это инструкция по подключению подсветки акустической системы. Данная акустика, она у нас Special Edition, то есть имеет какую-то особенность. И данная особенность как раз подсветочка колпачка. Здесь есть схема, какие проводочки, как куда подключать. Так что не заблудитесь при подключении, все расписано четенько. Ну и сама акустика вот таким образом запакована. Давайте распакуем и посмотрим поближе. Итак, ребятушки, что мы видим? Мы здесь видим классический овал, но очень прокачанный, так сказать, на стероидах. Вы посмотрите просто, какая у него огромная магнитная система. Магнитик здесь прям, ну, очень тяжелый динамик. И магнитик прям такой огромный, то есть, ну вот... Вы сами видите. Корзина у нас штампованная, с большими отверстиями под охлаждение, выкрашена в фирменный брендовый цвет. Диффузор тонкий, бумажный, с двухволновым тканевым подвесом, с пропиткой. Здесь у нас написано G-Pro. И колпачок, ребятушки, колпачок этот как раз с подсветкой логотипа, очень прикольно смотрится. Здесь у нас еще есть уплотнительная пенка, 4 крепежных отверстия. И самое вкусное здесь зажимные терминальчики. Очень люблю, очень удобно. Провод зачистил, нажал, провод вставил, отжал. Здесь где-то у нас под максимум 4 квадрата, но 2,5 квадрата сюда за глаза. А то, ребятушки, и 1,5 можно вполне себе использовать. И интересная особенность – это подсветочка, которая, вот видите, проводочками сюда выводится и туда идет в центр диффузора, колпачку подключается. И данными проводочками вы по схеме, которая указана в буклете, соединяя их, получаете цветовую подсветку, которая вам необходима.
В общем, и очень интересный динамик, помимо всего прочего, что он очень мощный, так он еще имеет и подсветочку, ребятушки, да. Значит, посмотрим второй динамик. Здесь тоже все красиво собрано, никаких косяков. Колпачочек он надежно приклеен. Шайба у нас мягенькая. Вот, так что динамик с катушечкой в 1.5 дюйма будет лупасить, будь здоров. Ну и давайте, ребятушки, наверное, послушаем их, потому что по сборке у меня к ним никаких претензий нет. Итак, господа, вот я все подключил, значит, данную акустику установил в короб, он имеет раздельные объемы, каждый динамик играет в свой объем. Объем 32 литра, ну, имитирует где-то среднестатистическую автомобильную дверь, которая где-то в среднем от 30 до 35 литров. Все это у нас подключено к усилителю Griffon Pro 6.150, хороший усилитель, надежный, давно им пользуюсь, мне очень нравится, обзорчики есть даже на канале, если что, потом поищите. Все это мы будем записывать на рекордер, профессиональный аудиорекордер Zoom H6. Также здесь еще есть измерительный микрофон от SPL Lab, я выведу сюда на экранчик. И, значит, собственно говоря, трек из базы YouTube. Нарезка несколько жанров, буквально чуть-чуть, чтобы понять, что куда к чему. Ну что, поехали.
И что по итогу? Безусловно, это достаточно громкая эстрадная акустика, и мощный панч – это ее конек. Тут вообще без претензий, с этим она справляется на ура. Заявку от 75 до 11 тысяч Гц отыгрывает в полной мере и даже забирается чуть ниже. Эти динамики можно установить в заднюю полку седана, и я уверен, что пассажиры задних сидений будут от нее просто в восторге, умоляя вас сделать потише даже на половине громкости. Ну а если вы хотите покрыть весь спектр частот, то к этим динамикам можно добавить овальный сабвуфер, такой есть у DL Audio, это Phoenix Black Bass 69, который как раз гармонично впишется в заднюю полку между этими динамиками. Также можно купить уже готовые короба для данной акустики, встречал такие на Озоне, и дополнительно врезать в них компактный твиттер Raven Easy Install Neo Twitter версии 2, чтобы получить более детальные верхние частоты, и тогда эта связка будет отыгрывать весь частотный диапазон. Ну и конечно же главная вишенка на всем этом пироге — это LED-подсветка логотипа на пылезащищенном колпачке, которая 100% привлечет внимание ваших друзей и подруг. Ну и на этом, наверное, все. Обязательно оставьте в комментариях свое мнение по поводу данной новинки. Я читаю все комментарии. Оригинальный трек данной акустики в формате WAV вы можете послушать в моем телеграме, ссылочку на который вы найдете в описании под этим видео. И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока-пока.